Всем большой привет! Сегодня будет долгожданная третья часть переделки старой дачи. Если вы еще не видели первые два видео, то я оставлю на них ссылку наверху и внизу в описании. А сегодня речь пойдет о ремонте спальни. Первым делом я бы хотела показать вам коллажи, которые я составляла перед началом ремонта. Я искала картинки на Pinterest, и поскольку у нас не было дизайна или визуализации, они очень помогали определиться со стилем, какими-то деталями и цветовой гаммой. Основная идея была в том, чтобы создать именно дачную атмосферную спальню со старой мебелью, лоскутным одеялом на кровати. Мне хотелось прохладной гаммы, очень нежных оттенков, фисташкового, голубого, бирюзового, чтобы на контрасте с теплым оттенком стен все смотрелось гармонично. И в итоге мне кажется, что у нас это получилось, но пока давайте посмотрим, как комната выглядела до начала ремонта. После уборки мы сняли со стен ковры. Их оказалось несколько слоев, и под ними были деревянные стены, а еще замурованное маленькое окно, которое выходит на веранду. Как я узнала позднее, круглая веранда – это пристройка, и раньше это окошко выходило на улицу. Но потом, видимо, за ненадобностью прошлые хозяева решили его закрыть. Я же просто прыгала от радости, когда мы его обнаружили. Мне кажется, что окно внутри дома – это очень милая, интересная деталь и, конечно же, дополнительный свет в спальне. Что же касается стен, брус мы решили оставить практически в первозданном виде, а вот небольшой простенок из ДВП зашпаклевать и выровнять. С потолка мы сняли старую пластиковую люстру, и я просто обновила его, покрасив молочный цвет. Щели между брусом мы решили закрыть джутовым канатом диаметром 8 мм. Я прибивала его на гвозди на расстоянии около 15-20 см. Так удалось сохранить фактуру старого дерева, но при этом стена стала выглядеть намного аккуратнее и приобрела законченный вид. Вы, наверное, заметили на видео кровать. Мы собирали ее уже ночью, поэтому я не снимала. Это самый простой каркас из Икеи. Там же мы купили матрас, самые теплые одеяла, подушки. В общем, все, чтобы можно было оставаться на даче ночевать. В H&M Home я купила пудровое постельное белье. В Заре нашла очень красивые декоративные подушки. А на Wildberries то самое лоскутное покрывало. Для зашпатлеванной стены слева от бруса я заказала на Авито советские обои. Но когда они пришли, оказалось, что рулон был неполный, и их не хватало даже на такую маленькую стену. Если честно, я не очень сильно расстроилась, потому что изначально очень хотела в одной из комнат сделать ботаническую стену, и кажется, что здесь она вписалась идеально. Я взяла пару старых газет, которые нашла здесь на даче, и свой справочник лекарственных растений. У меня очень много подобных изданий, и я просто обожаю ботанические иллюстрации, и часть из них использую для декора. Странички я приклеивала на обыкновенный малярный скотч, его можно потом легко убрать и использовать их повторно, а можно покрыть стену лаком.
Что же касается пола, мы убрали старый линолеум и оставили более старый крашеный пол. Поскольку потолки в доме очень низкие, Кириллу и так приходится ходить в нем согнувшись, мы не могли поднять еще уровень пола, чтобы выровнять его и выложить, например, деревом. А старый крашеный пол мне действительно кажется очень уютным. Единственное, что я бы хотела заказать несколько ковриков, чтобы закрыть некоторые стыки и неровности. Еще из ремонтных работ мы поменяли стекла в окне, практически все они были разбиты. Также поменяли всю проводку, розетки, выключатели. Витой коричневый кабель мы пустили по белому бордюру, который был здесь изначально под потолком. Мне кажется, что такая проводка очень украшает комнату, и ее можно даже специально сделать более заметной. Светильники мы оставили те же, они очень душевные, дают теплый свет и делают комнату очень уютной по вечерам. На окно я повесила кружевную занавеску, она была здесь изначально, но я убрала плотные шторы и еще несколько рядов занавесок. Я зашила на ней все дыры, подшила по длине подоконника и повесила на тонкую деревянную рейку и крючки. Рядом с окном мы поставили антикварный ломберный стол. Я нашла его также на Авито за 6000 рублей. Из крупной мебели нам нужен был платяной шкаф. Я хотела поставить его между стеной у входа и маленьким окошком, поэтому было очень важно, чтобы он был узкий и его не закрывал. На Авито я нашла именно такой шкаф-пенал за 5000 рублей. Я не скажу, что это безумно удобно, когда вешалки находятся друг за другом, но для дачи вполне подходит. Главное, что он подошел нам по размеру, а еще практически слился с оттенком стен и не сделал комнату меньше. Заносили мы его через окно, и это был тот еще квест, но главное, что в итоге все получилось. Поскольку у этого шкафа нету полок и ящиков, нам еще очень нужен был комод. Я долго искала подходящий вариант на Авито, и вот только совсем недавно его нашла. Этот комод уже был очищен от лака, и этим очень меня привлек, так что мы сразу поехали его покупать. Несмотря на то, что комод был очищен от старого покрытия, его еще нужно было доводить до ума. У него не было дна в ящиках, боковых стенок и ручек. Из фанеры мы выпилили необходимые детали, дно ящиков и боковые панели и прибили их на гвозди. Конечно, комод мы еще отшлифовали, затем я покрыла резьбу и столешницу бесцветной пробиткой с воском. Мне не хотелось делать его темным, поэтому я просто защитила дерево, сохранив натуральный оттенок. Он опять же совпал с цветом стен. Ну а ящики и боковые панели я покрасила меловой краской для мебели в оттенке фисташковый торт. Оттенок оказался намного холоднее, чем я ожидала, а ближе к голубому, но так мне понравилось даже больше. Краску я наносила в два слоя и затем покрыла матовым лаком.
Ручки я выбрала прямоугольные под бронзу и нашла их на Wildberries. Мне кажется, что их строгая форма уравновешивает нежность оттенка и плавные линии резьбы, а еще перекликается с картиной на стене. Над кроватью я повесила зеркало и свою вышивку шиповника в деревянных рамочках. А еще полку, которая уже была здесь на даче, на нее я поставила керосиновую лампу и очень вдохновляющую книгу об английских домах. Рядом с кроватью мы поставили тумбочку, мы покупали ее для кухни вместо столешницы, но поскольку в итоге все переиграли, тумбочка стала в спальне. Я не стала перекрашивать ее, лишь заклеила центральную часть ботаническими иллюстрациями и мы заменили ручки. Скорее всего, это временный вариант, но в целом мне очень нравится. На тумбочке стоит винтажный ящичек для украшений и всяких мелочей. Мое английское зеркало и будильник, который тоже достался нам от прошлых хозяев. Когда комната была почти готова, я заменила постельное белье на роскошное льняное с оборками. Еще из декора я расставила кувшины на комод и стол. Этот цвет морской волны я нашла на блошином рынке в Петербурге буквально на прошлой неделе. Он стоил всего 300 рублей. Я уверена, что со временем в спальне появится больше деталей и украшений, а пока я лишь добавила крупные акценты. И чуть не забыла, картину мы, конечно же, тоже оставили, как историю этого дома и в память о прошлых хозяевах. Ну что ж, наконец-то можно сравнить, как комната выглядела до ремонта и какой она стала. От себя могу лишь сказать, что теперь в ней совершенно другая атмосфера, и мне даже сложно узнать ее на видео до. Но тем не менее, у нее сохранился дачный колорит, и даже может показаться, что так всегда все и было. И это именно тот эффект, которого я хотела добиться. Yeah.
Большое вам спасибо за просмотр. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. И следующая часть будет посвящена ремонту веранды. Она уже в работе. Я надеюсь, что скоро смогу с вами ей поделиться. Так что до встречи. Пока-пока.